Продовження марафону «Незламна країна», який триває в нашому етері вже 364-ту добу, стільки, скільки триває російське повномасштабне вторгнення. Про події цього дня далі будемо говорити з нашими гостями. До нас долучається Григорій Тамар, капітан запасу армії оборони Ізраїлю, військовий експерт і історик. Мої вітання, пане Григорію. Здравствуйте. Передусім хочу вас розпитати про систему, ізраїльську систему раннього оповіщення протиповітряної оборони, про яку, як про тестування, вже заявляє посол України в Ізраїлі. Що можете детальніше розповісти про цю систему? Чи правильно я розумію, що вона нова і фактично Ізраїль вирішив її випробувати в дії в бойових умовах в Україні? Я прошу прощения, я, к сожалению, не владею украинским языком, поэтому если бы вы могли повторить вопрос по-русски, я был бы вам очень признателен. Тобто на це питання, я так розумію, трішки зв'язок у нас підводить. Добре, зрозуміло. Вам лучше, если обращаться на русском, правильно? Не просто лучше, я не понимаю украинский язык. Попробую. Мне тоже будет непросто, но я попробую. Отже, наш посол України в Ізраїлі заявив о том, що в Києві будуть тестувати ізраїльську систему раннього оповіщення противовоздушної оборони. Що можете розказати об цій системі? Правильно ли я розумію, що вона нова і фактично це буде її іспитання в бойових условиях? Ні, це совершенно не так. Я попробую пояснить. Израиль столкнулся впервые с угрозой широкомасштабных ракетных обстрелов мирных городов в начале 90-х, в 91-м году, когда была первая иракская кампания. И тогда американцы поставили в Израиль системы Патриот, которые применились здесь в боевых условиях. Израиль в том числе столкнулся с необходимостью оповещения тылов о возможных ракетных атаках. И с тех пор разрабатывается система раннего оповещения, которая находится на боевом дежурстве уже достаточно долгий период, порядка 10 лет. И называется она на иврите «Цеваадом» или «Красный свет», если перевести это на русский язык. Уникальность этой системы заключается в том, что может быть предупреждено именно та территория, именно тот объект, который по траектории, рассчитываемой этой системой, может быть поражаем в случае ракетной атаки. То есть, условно говоря, если есть город, например, в котором проживает 100-150 тысяч жителей, который находится в непосредственной близости от района, из которого может быть нанесено поражение, и есть сигнал тревоги, то оповещают только тот район, куда ориентировочно направлены эти ракеты. А все остальные жители этого города не должны спускаться в убежище, потому что нет никакой необходимости, им ничего не угрожает. Учитывая, что значительные части вашей страны периодически оказываются в зоне возможного поражения, для вас это тоже имеет потенциально огромную ценность, потому что, например, если есть какая-то область, где ваши военные считают, что может быть нанесено поражение, то сигнал воздушной тревоги будет именно вот в конкретном месте, в конкретном населенном пункте или, может быть, даже квартале этого населенного пункта, если правильно все наладить. Так что эта система уже многократно апробирована, доказала свою высокую эффективность, и Израиль является единственной страной в мире, где есть подобная система на вооружении. Теперь единственное, что для меня несколько является не совсем понятным, в этой во всей истории я впервые услышал из израильских новостей о том, что Израиль передает вам эту систему в конце прошлого года, когда в Израиль прибыла делегация из Украины, достаточно высокого уровня представительства, то есть возглавлял ее генерал-майор украинских ПВО, и делегация включала в себя там инженеров, специалистов, офицеров, которые прибыли как раз вот для того, чтобы эту систему получить, то есть первичную документацию. И вот сейчас в рамках визита нашего министра иностранных дел израильского вторично об этом заговорил. Я был уверен, что эта система уже находится на стадии внедрения, потому что внедрение подобной системы – это процесс длительный и сложный. Это невозможно за несколько дней сделать этап, за несколько недель. То есть
Это требует полной реорганизации инфраструктур всей службы гражданской обороны. Это очень серьезный процесс, но он, так сказать, игра стоит свеч. Он в перспективе даст возможность жителям Украины получать оповещение о угрозе именно в тех районах, где такая угроза актуальна, а не по огромным, так сказать, площадям и регионам ваших стран. Безусловно, это очень полезная система, поскольку наконец-то мы прекратим каждый раз наблюдать всю покрасневшую Украину в результате взлетов МИГов с белорусских аэродромов. Поэтому, безусловно, а если говорить о сроках внедрения, то вот пока что мы увидели информацию о Киеве. То есть только один город, столица. Это как-то сокращает сроки или все равно достаточно непростой процесс? Ну, вы знаете, это очень разумный подход, потому что нельзя сопоставлять габариты государства Украина и Израиля. Это абсолютно разные, так сказать, масштабы. Поэтому если в данном случае взять столицу, которая, ну, уже как бы Киевский округ, он как-то сопоставим с площадью Израиля, то есть можно уже, так сказать, оперировать сопоставимыми величинами абсолютными, и на каком-то определенном отрезке это внедрить. Тем более, что Киев, в силу того, что это столица, понятно, что это наиболее уязвимый населенный пункт. Опять же, учитывая близость к территории государства Беларусь, с которого наносится систематическое огневое поражение, в том числе и по вашей столице. Поэтому я думаю, что взять Киев в данном случае – это очень разумно. Для того, чтобы опробировать как пилотный. Вот, как собственно, пилотный и значение вариант. Слова «пилотный», понятно. Угу. Скажите, пожалуйста, пан Григорий, сегодня мы вот прочитали интервью нашего керівника, начальника нашей разведки журнала Forbes, в котором он среди и тех тез, которые он там озвучил, была и такая. Мы должны готовиться к судьбе Израиля в том смысле, что быть в постоянной боевой готовности, поскольку вражеский сосед, он никуда не денется и другим не будет. Насколько вы согласны с этим? И насколько видите перспективы в том, что Украине удастся то, что удалось Израилю? Вы знаете, я прежде всего хотел бы обратиться в этой связи к вашим гражданам. Не надо бояться этого развития событий. Вы, государство, были абсолютно мирное, демилитаризованное, и вы год назад вдруг проснулись и оказались втянуты в широкомасштабную континентальную войну. И в какой-то степени психологически многие из вас до конца еще не осознали последствия этого. Последствия, они очень далекоидущие. Но вам не надо бояться того, что вы становитесь милитаристическим государством. Потому что, во-первых, если это реальность, то реальность никогда не надо бояться, надо ее, так сказать, оптимизировать. А во-вторых, именно опираясь в данном случае на опыт нашей страны, я хочу сказать, что развитие армии, вооруженных сил, военной промышленности, оно является также, все эти аспекты, очень мощным консолидирующим фактором в обществе и мощным рычагом для развития общества. Так я пытаюсь таким образом объяснить, что, как говорится, нет худа без добра, есть такая поговорка. В любом случае, у нас государство воюющее с первого дня нашего основания. Мы находимся в постоянных военных конфликтах, как в крупномасштабных войнах, так и в состоянии антитеррористических операций. Однако при этом у нас есть развитая промышленность, система здравоохранения, театры, опера, балет, и мы не пережили дегуманизацию, которую зачастую какие-то страны, находящиеся в длительном военном конфликте, могут претерпевать. В данном случае я могу кивнуть на вашего восточного соседа. Так вот, безусловно, разумным является подход, что Россия никуда не денется, она не провалится в тартарары, она будет всегда по ту сторону границ. И единственным противоядием эффективным против потенциальной угрозы с той стороны является тот факт, что вы должны стать настолько могущественной в военном отношении державой, что никто, ни ваш восточный сосед, никакой другой ваш сосед,
не будет даже помышлять о том, чтобы причинить вам какой-то военный вред. И, конечно, такое военное могущество, оно может быть основано только на развитой экономике, на гражданском обществе, на развитых общественных структурах и на подлинной демократии, когда фактически армия является продолжением народа. Этот год, вот фактически мы сейчас приближаемся к 24 февраля и смотрим на этот год, который вот прошли, он показал, продемонстрировал, что украинское общество, оно вот готово пребывать в этом состоянии мобилизации, в которое оно действительно пришло за этот год, пребывать в нем и дальше, и выбрать его уже как систему своего мышления на будущее. Вы знаете, трудно ответить на это однозначно. Я лишь хочу подчеркнуть тут два момента. Понимаете, в чем дело? Вот до начала этой военной кампании отношение к государству Украина во многих странах, во многих обществах было такое снисходительное и даже, может быть, где-то пренебрежительное. Этот год показал всему миру, во-первых, вашу состоятельность как цивилизации, а во-вторых, высокий профессионализм и мужество и вашего общества гражданского, и ваших вооруженных сил. И фактически вы сейчас находитесь в стадии, когда вы трансформируетесь в великую военную державу. И вам такие изменения общественные, они не могут, знаете, это не выключатель, человеческое сознание, человеческая психика, человеческий внутренний мир, он это не тумблер, что повернул его, и вдруг человек осознал себя частью великой военной державы. Это некоторые изменения, которые занимают время. Конечно, вашему обществу и вашему государству предстоит проделать огромный путь в развитии, как любому обществу и государству. Но вы получили сейчас огромный кредит доверия и уважения со стороны самых развитых и прогрессивных стран на Западе и не только на Западе. И вам, конечно, это надо монетизировать дальше в успехи политические для того, чтобы достичь безопасности не только военной, но и политической, и в, так сказать, в успехе гражданского строительства общества, для того, чтобы у вас, ваша страна стала одной из наиболее развитых и прогрессивных стран в Европе. У вас для этого сейчас есть все, так сказать, все карты на руках. И просто невероятная мотивация. Тем более, вот глядя на события буквально каждого дня, эта мотивация только усиливается. Хочу обратиться к вашей цитате. Она уже касается страны-агрессора России. Вы считаете, если я правильно, конечно, зацитирую, что кресло под российским правителем может зашататься только в том случае, когда армия РФ будет доведена до состояния небоеспособности. Состояние небоеспособности российской армии. Какое оно и насколько мы к нему приблизились? Ну, то есть наши вооруженные силы приблизили состояние небоеспособности российской армии. Ну, во-первых, у вас в этом деле есть очень мощный союзник. Это кремлевское руководство. Кремлевское руководство делает максимум усилий, чтобы довести свою собственную армию до состояния небоеспособности. В этом отношении они двигаются по двум, так сказать, векторам. Это чудовищная коррупция, которая разрушает эту армию, и бездарное руководство, которое приводит к бессмысленным приказам, которые вынуждают эту армию нести колоссальные потери. Так что в этом отношении вам повезло с союзником. А теперь, если серьезно отвечать на ваш вопрос, то доведение армии до небоеспособности, это когда армия не в состоянии продолжать выполнять политические приказы, которые приходят от, так сказать, политических. Учитывая характер этой войны, учитывая определенные обстоятельства оперативного и стратегического характера, учитывая тот факт, что эта война является иррациональной по своей природе, то есть предпосылок к этой войне рациональных не было, и она является следствием извращенной политической воли кремлевского руководства,
А также, учитывая тот факт, что кремлевская пропаганда придала совершенно несоразмерное значение местности, которая называется Крымский полуостров, я рискну предположить, что сценарием, который может привести российскую армию в состояние небоеспособности, является изоляция, окружение оперативное крымской группировки и под постоянным огневым воздействием доведение этой группировки до того состояния, что она будет вынуждена принять капитуляцию. Вот если это произойдет в ближайшее время, то последствия таких событий будет настолько драматическим для российской армии, что я вполне допускаю, что это приведет ее в состояние небоеспособности. А мы сейчас немножечко больше узнаем у наших следующих участников марафона о том, насколько мы быстро двигаемся по этому сценарию. Я вас благодарю за то, что вы приняли участие в нашем марафоне с таким достаточно глубинным анализом. Григорий Тамар, капитан запасу армии обороны Израилю и військовий эксперт, историк, был с нами на зв'язку, зокрема, и про израильский досвід, який нам треба дійсно переймати з огляду на обставини, які нині маємо.